Пацаны 18-летние, мы срочную службу служили, мы не по контракту, не за большие деньги. Раз стране это нужно, значит, мы должны это выполнить. Служба глазами солдата, личные истории и переживания тех, чьи близкие побывали в зоне боевых действий. Брат Любови – герой России, с детства мечтал стать военным. 18 лет его забрали в армию. В 97-м году. После военное училище, звание офицера, Чечня. Олег Ворожанин погиб, защищая родину. Каждое поколение мальчишек, оно честно защищает. Даже по приказу. Но она будет выполнять свой долг до конца. Защищая родину и рядом стоящего друга, товарища. Диалог с непосредственными участниками далеких событий помогает ребятам лучше понять нашу общую историю. Пришедшие к нам гости рассказали, как сложно, тяжело было в этой войне. Оно помогает нам чтить и помнить о тех войнах. Дети прочувствовали, увидели, встретились с матерями, поговорили, побеседовали. Я считаю, что это очень большое мероприятие и дорого стоит, и что оно у нас получилось. Ну и в дальнейшем будем продолжать работать в этом направлении. Александра Савельева, Евгений Цветков, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Клинцы.